салом, балет и в центре куражи. Всем привет! Мы с Палычем выехали. В магазинчик надо съездить. О, встать некуда, мать твою. Нет, хотя дети обозреждущие. В аптеку заскочим. Лекарство выкупить забыла. Затарилась опять лекарствами. Выдали на 3 месяца. Поехали мы в магазин, не договорила я. Палыч, что у меня заваливается в стационар. А я посмотрела, там картошки маловато. Что я буду потом таскать, ходить, что ли? Не буду. Луку надо, вот такого надо. Тяжелое, чтобы не таскать что-то. Легонько. Машина, Сережа? Вижу. Машина, щина, щина, най, опа, щина, най. Так вот, поехали. Ребята, 27 градусов у нас на улице, февраль. Охрендел. Я пришел. 29 посмотрел, ночью. 25 градусов он мне. Ну, сейчас немножко снизится днем-то. Я смотрела, 28 было утром, 27, сейчас уже снизилось, ну, 25 уже, значит, да? Офигеть, морозюка. Так вот, закупимся немножко. Магнит у Союза, да? Да куда хочешь, любой магнит вези, куда хочешь, хочешь ширшу. Хочешь ширшу вези через Маймакс у меня. Любой, куда тебе удобнее. Палыч, да? Ты сухари эти оставь себе, а мне купи этот французский крекер, если увидишь. Ну тогда поехали в Союз. Тогда поехали в Союз. Так, подожди, а крекер? А у нас там разве нету крекера? Ты же купила там какое-то деревенское. Какое деревенское? Там, по-моему, крекеры есть. Только это он, знаешь, какой? Знаю. Ржаной. Там ржаной, по-моему, крекер, Сережа. Ну, я знаю. Тот, который ты раньше покупала, да? Нет. Нет? Ну, тогда не знаю. Ржаной, который Миша вот у Зои любит такой. Не было такого, который мы раньше брали. А вот, я про него. Ну, тут ржаной. Он тоже неплохой. Я у Зои пробовала чай пили. Я не против. Я почему про сухарей? Если они жевать, меньше самое. Я тебе не напихаю сухарей. Мне лучше или печенье какое-нибудь купи. Тот, но в пачках. Так удобнее мне. Нет, я тебе коробку весового куплю. Ну хорошо. Коробочку. В рюкзак тебе, на заплечный. Что, Палыч, учишь меня? Опять солнце. Опять солнце, это бешеное мороз и солнце, день чудесный. Ничего не видно, ничего не слышно. Ну ладно, прокатимся. Надо Палыча сегодня в порядок привести. Постричь. Побрить, помыть. Почесать. Да, Палыч? Да, Палыч. Или не да, Палыч. Или нет. Ставили все на последний день. Завтра. Ну, что тут я быстренько все успею сделать. А, такой же. Ну, легкий такой. Ну, да. Он и легкий. Тащить его не тяжело. И с чаем хорошо. Французский называется он. Да. Сейчас посмотрю, зайду, если есть, так я куплю себе. Все равно молока вот бутылку надо взять, пусть будет, спросят, а у меня есть. Вот. Так что, не знаю, что, ничего такого, главное, вот такую мне, чтобы не таскать тяжесть. За хлебом-то я схожу. 2 месяца ходила, лифт не работал. Снова опять, да здорово. Снова, да, скорая куда-то несется. Шанс платная, ну, она и бесплатная, такси. Можно. Какой такси? Ну, как такси. В смысле? Больных. Больница может развозить. И так возит. Ты что, пожалуйста, ей помощь оказывают они. Помощь, да. Платно. Но обычно они в основном платно оказывают помощь. Но и бесплатно. И по полюсу ОМС не стали теперь оказывать. Кому не платно-то нужны? Так, пошли. Все, быстренько пробежались. Проехались, закупились то, что надо. Так, всего полно. Даже бы, если бы Палыч не в стационар, не стали бы этого покупать, потому что есть, еще хватит. Но думаю, если он месяца на 2 заляжет, то таскаться мне не в кайф. А так-то полно продуктов, можно прожить 1,5 года, блин. Каждый день ходим, да, только деньги тратим. Сейчас буду экономить, Палыч, на хлеб, на воду, экономить и худеть. Настроение у меня сегодня, ребята, серая птица называется. Алиса, как по-китайски будет серая птица? Серая птица на китайском. Хуйня. Вся жизнь серая птица.
Да что-то и не только сегодня. Вообще снимать что-то неохота, ничего. О, выезжает машина. Стоит, машет руками. Правильно, дядька. А то тут у нас такие, что куда тебя несет? Несешься, блин. Бегут, блин, такие все боевые скорые. Без переходов, без пешеходов. Быстро мы съездили с тобой, да? За полчаса, наверное, обернулись. Главное, мне таблетки надо было выкупить. Потому что это... Ну и вот это прикупить. И вот это выкупить, прикупить. Оладьи вчера пекла. Оладьев опять напекла. Таких 5 пушистиков, толстичков таких. Палыча, думаю, перед больницей покормить вкусненько. То там на каше посадят его, но он кашу любит. Ему за счастье. Да, Палыч? Идешь по дороге. Да, идет тротуар вот есть. Нет, ползет по дороге. Тротуар вроде почищен, все. Нет, жить насрать стало. Люба не приехала, ну вот. Че, какая-то машина стоит левая, да, чья-то, не наша. Белобрысая. Вот такие люди, правильно? Ходят, ничего себе не боятся. Машины ничего не боятся. Дети, ладно, дети они, я понимаю, что... Ну, ребенок есть ребенок. Взрослый это человек, понимать должен. Вытаскивай сумки. А, сумки вытаскивать, да, точно пошла вытаскивать. То хрен выйдешь там, сугробы, блин. Вот купила чего? Картошечки. 2 пакета. Хорошая очень картошка в Союзе по 24 рубля. Я хотела, думаю, не буду, чтобы не выбирать. Я ненавижу порхаться там, руки пачкать. Думаю, куплю в сетке, в магните. Восмелела, тут такая отличная картошка, пакет надела на руку, да и выбрала лук. Лук по 35, по-моему, картошка 24, масло 125, крекер 45, палочку это с собой, молоко взяла, чтобы вот мне и не буду я ходить месяц в магазин. Хлеба буханку, думаю, сколько съем, остальное на сухари сделаю. 2 десятка яиц. Это на полгода мне вот лично, это хватило бы этой на полгода еды. И мешок лекарств. До еды, после еды и вместо еды. Обалдеть. Вот это за 3 месяца надо все сожрать. Везу Палыча в больницу. Сдаю для опытов. Палыча. На улице минус 27. Весело живем. Там комната есть специальная, там переоденешься. Хочу рыбку почистить. Минтай хочу поджарить. А что-то приготовить. Тут готовила котлеты. Как-то делала тут свои дельные, такие маленькие, небольшие, не тефтельчики, такие котлеточки. Вот. В подливе, в пюре. Не снимала. Ну, там нечего снимать, все умеют это делать и готовить, и все это умеют делать. Просто поболтать можно было, но нет желания. Нет желания поболтать, нет желания снимать. Вот сейчас там у меня влог есть начатый, надо чем-то его добить, закончить. Вот решила так, знаете, ни о чем. Закончить, потому что какие видео выходили, они сняты все раньше. Они загружены раньше, сняты раньше. Вот. А сейчас вот ничего не хочется. Бывает, ребята, такая ситуация, такое настроение, правильно? Когда ничего не хочется. Не хочется коньяку, не хочется колбасы, ничего не хочется. Хотя и коньяку, и колбасы хочется. Ой, сижу-то я здесь одна, грустная. Ничего не хочется, ни коньяку, ни колбасы. Ой, хотя, конечно, если подумать, то и коньяку, и колбасы хочется. Дайте. Ну, в школе включилась. Надо о чем-то поболтать. Вот, оладушки тут пекла как-то на днях. Тоже можно было поболтать. Но вот что-то какое-то вот это все такое. Вот не знаю, какое-то как... Вот. Сейчас расскажу немножко вам, конечно. Опять наболтаю. Не хотела. Ведь не хотела. Думаю, не буду нахрен. А уже привычка. Включаешься уже. Уже
Какая такая любовь? Привычка. Вот и тут уже привычка. Элементарно. Привычка. Ага, привычка. Какая привычка? Элементарно, привычка. Захотелось мне жареной рыбы. Хоть это вредно, я думаю, прям вот хочу. Там у меня еще осталось пюре, я готовила котлеты. Думаю, хочу жареные. Вот хочу, и все, ничего, один раз тут не. Один раз не. Один раз не фантомас. Сделаю жареную рыбку. Так, рыбешку порежу. Так вот. Вот так, все у меня влезет. Замечательно. О, луковку надо еще почистить. Пошла за луковку. Сегодня ночью, часы у нас электронные. Заморгали, заморгали, заморгали и погасли. Вот погасли и погасли часы. Чего, с кем не бывает, да? А тут, значит, было времени. Тоже вечер был 9:30. Я встала, ну, я лежала уже, там что-то видосы смотрела. Встала, значит, а темно в комнате. Телевизор не включен. Не включен. Вот. Я пошла, то ли за яблоком я пошла. Иду, значит, ветер. Из комнаты, из спальни выхожу, да, и слышу сзади так за мной. Шик! Такой, как, знаешь, как шипение змеи, что ли, или вообще непонятно, да? Я такая не поняла. Палыч спал. Вот, я включила свет в коридоре, смотрю, ничего не вижу, то есть поворачиваюсь на дверь со стороны коридора-то, ничего не вижу. Ну, ничего не понимаю, думаю, что такое, блин. Прямо вот я в наш воздух я почувствовала. Шик! Вот так сзади по шее мне. Не задело меня, только воздуха. Ну что? Ну, заглянула, значит, свет-то хорошо падает. В комнату заглянула. Этот плинтус в верхнюю дверь. Сейчас я вам покажу. Сейчас дорежу лук и покажу. Отлетел. Отвалился. Держится на одном гвоздике. С двух гвоздей он слетел. На одном гвоздике держится. Как мне не прилетел? Ну, он легкий там, если бы мне и попало бы, знаете. Не убила бы меня и ничего там. Что он там, бумага оклеенная, там какая-то хрень, дребедень. Вот видите? Вот этот верхний. О, Господи, ты тут, что ли? Я думала, ты там. Думаю, ты стонешь в той комнате, так слышно. Сейчас выключу свет, не видела, что палочка лежит. Вот, все, видите? Вот на этом гвозде, вот тут он повис. Вот тут два гвоздика оторвалось, так он не прибит еще. Палыч спит там в комнате. Я зашла, свет включила, разглагольствую. Я думала, я думаю, постановление. Думаю, уже это из той комнаты слышно. Он телевизор смотрел. Я сразу подумала. Сразу у меня мысль в голове, что какое-то предзнамение. Это мне. Предзнаменование, или как правильно сказать, да? Немножко вернусь как бы назад. Я лет, наверное, с 15, да, закончила когда школу, жила с бабушкой. У нас была с ней вообще такая связь. Когда бабушка вот умерла, мне вот стали сниться сны, которые сбывались. Я рассказывала, говорю, на даче, тогда я рассказывала. Вот. Прямо во сне она предупреждала очень о многом. Я говорю, очень долго это продолжалось. Это продолжалось не один год. Вот. Поэтому я вот сейчас тоже я подумала, что ну, что-то предсказывает мне это. Так оно и вышло. Так оно и получилось. Скажу, что да, совпадение. Может быть. Может быть и совпадение. Я не буду спорить с вами, не буду вам доказывать. Но я знаю, что в прошлом было. Это было. Сейчас я не буду ничего, даже можете не стараться мне не писать, я не буду вам доказывать и спорить. Я говорю свое мнение, высказываю. А вы думаете там как хотите. Можно сделать было по-польски, конечно, рыбу. Но я вот именно хочу жареную. Прямо вот, видимо, организм соскучился по вредности. Именно. Прямо вот хочу и все, жареной рыбы с луком. Вся рыбочка у меня уместилась прекрасно, маленькую сковородочку. Сейчас надо посолить теперь. Сторона подварилась.
шлюбёшку перевернула. Сейчас уже первую сторону я обжариваю на большом огне, чтобы она взялась, пожарилась. Вторую сторону уже в таком на среднем огоньке. Сейчас она немножко зажарится, и я туда под низ положу лук и закрою крышечкой. А сегодня мы поехали, значит, с Палычем. Вызвали такси. 460 рублей в одну сторону такси. Я офигела. Я учу такие цены-то у вас. Еще когда, вот год назад, наверное, до 200 были цены. Можно было уехать там за 150, за 100 там, ну по-разному. Тут 460 рублей до центра города. Ну ладно, 460 до 460, что делать-то? Поехали, значит, Палыч, повезла я. Симашка. Поступал на операцию. Ну, приехали, все. Хорошо, рано приехали мы. Там с 9 до 10 надо было. Мы приехали около 9 прямо вот. Немцы держали по приклику почти что. Ну, все тут оформили, значит. Сначала, потом, значит, в кабинет пошли там терапевт. Он принимает стало, она смотреть у него анализы. Все тут хорошо, тут хорошо. Это подписано онкологом, разрешение дано, значит, все, мой, все, все. У вас потом стало анализ, что как гемоглобин-то такой низкий. 112 или 113, я уже забыла, гемоглобин. Это очень низкий, нужен хотя бы 120 для операции. Сейчас, говорит, придет лаборант, возьмет у вас, говорит, кровь. Ну, если, говорит, не ниже этого, то будете поступать. Хотя это, говорит, тоже маловато. Пришла лаборант, взяла у него кровь из пальца. Вот. Ну, извините, ждите ответ. Ну, мы сидим там, как бы, две таких комнаты, одна побольше, одна поменьше, как эти приемные, как они, не знаю, написано, забыла я. Вот. Ну, сидим и сидим, сидим и сидим, она приходит, прошло какое-то время там, ну, минут 20, наверное. Она говорит, гемоглобин у вас 109. Из пальца, я говорю, всегда, вот даже даешь, когда на сахар кровь, раньше все время из пальчика выходили, сдавали. Всегда показывала меньше, а из вены всегда больше показывает показатель. Прям разница вот. Мы ведь не можем вас с таким гемоглобином взять. Дождитесь доктора. Придет доктор, он будет решать, что и как. Были все там на операции доктора. В общем, ребята, мы выяснили 2,5 часа. Вот так положила лучок под низ, рыбку наверх. В общем, короче, приходит хирург. Дядька такой. Старше Палыча даже, наверное, будет. Ну и все, что, говорит. Гемоглобин. Мы не можем вас взять с таким гемоглобином. Начал тут лекцию читать. Я и ты, и наши дети, да? Или что-то случится, мол, ты, хотя бы надо 120. Вот. А терапевта, которая нас принимала, такая приятная. Вообще могу сказать, что очень приятный персонал. Вообще, что вот там за компьютерами сидят девочки, где мы вот отдавали сразу документы. Потом прошли мы в большую эту, там, ну, не приемная, как она фиг знает. Вот. Там терапевт, значит, вот, ну, такие все настолько вот добродушные какие-то вот такие. Она говорит, что ведь на колено, мол, типа, может, ничего. Ну, он тут, вы что думаете, колено это там, это же тоже пересадка органа. А если он как минимум литр крови потеряет, вот эритроциты упадут. Вот. Ну что, не поспоришь ведь с доктором? Поднимайте, мол, гемоглобин, и я-то, конечно, вся расстроилась. Думаю, опять все проходить, опять круги этого ада, всех врачей, все анализы, все это все же я бегала. Это все же везде я бегала. Он только сходил, сдал по всем этим бумажным делам, я же все скакала. Избаловали мы вас с этими операциями. Ну, такой видно, что такой злодейский доктор. Такой злючный. Ну, он со своей стороны прав. Я ничего не говорю там, да, какие-то претензии, нет. Но вот с таким вот он это... Мы избаловали мы вас с этими операциями. Раньше вообще никаких операций не делали. Люди жили с такими ногами, и что, и жили раньше. Мне так хотелось сказать, раньше срать на улицу ходили, туалетов теплых не было, да, но я не стала, конечно, вставлять себе 5 копеек, думаю, сюда еще ему возвращаться, оперироваться, может, у этого доктора, да? Думаю, ладно,
промолчала, скажем так, вот раньше, вот. Вот так, тут все, поговорил, тут всю лекцию прочитал, понятно, что он со своей стороны прав, чего тут, в случае чего, не зачем ответственность брать на себя, ну мало ли, ну операция это не полостная, все равно, потому что на полостную операцию тут, что говорить уж тут, ясно, что сразу бы отправили домой, ну тут вот, я думаю, зачем мы сидели 2.5 часа ждали, да, пока операция там закончится, пока он придет, если было и так, козе понятно, что нас не примут. Как бы поезжайте домой, и все, просто времени жалко, вы сидели, да. И потом он встал, и, значит, когда стал уходить, и говорит, хотели капитализма, вот и жрите. Представляете, вот так вот, я вот не вру палочку сидела, я будто слышала, он, конечно, он сказал, вот, ну, вот, все услышания, хотели капитализма, вот и жрите его теперь. Я говорю, мы капитализма не хотели, мы вообще такие советские люди. Он говорит, хотели, все хотели. И ушел, типа. Ну, ушел, мы собрались, что, поехали, тачку опять вызвали. Вот. Кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку. И вызвали мы тачку. Обратно уже тачка 315 рублей. Уже, в общем, за 800 рублей мы съездили, скатались, прокатились. Тудем-сюдем. Обратно тебе и мне приятно. Так, немножечко еще посолю. Я посолила уже так. Чувствую, что на соль хорошо. Вот. Чуть-чуть. Я люблю пересолить-то. Не знаю, в кого я такой влюбленный. Вот. Ну что, приехали домой. Завтра. А еще главное такое говорит. Из какой вы поликлиники? Я говорю, из 4-й. Кто у вас там доктор? Я у нас, ну, назвала фамилию, говорю. Девушка молоденькая, он, видимо, знает там кого-то в 4-й. Старых. Ну вот, эти молоденькие девушки, они вообще не хотят никого лечить. Они ничего не хотят, вы ей нафиг не нужны, этой молоденькой девушке. Он прицепился к этой молоденькой девушке, он несколько раз ее эту прокрутил, молоденькую девушку. Ну, я не стала уж с ним спорить, что у нас, в общем, доктор неплохой, только сытся да глухой. Вот. Ну, как вот так вот? Я пойду завтра к ней на прием. Конечно, я этот вопрос поставлю ребром. Скажу, как так? Он ходит раз в 3 месяца, сдает эти анализы. Он не с луны упал к вам, пришел. Мы стараемся к ней ходить, хотя это не наш терапевт, не наш участок. У нас нет на участке терапевта. Вот мы как-то стали к ней ходить и стали, да. Скажу, он сдает раз в 3 месяца, он в онкологии обследуется, да, ну, ездит туда на явки у него. Он же сдает эти анализы. Почему вы не сделали акцент, вы не увидели, что у него гемоглобин низкий? Почему вы не пролечились таким гемоглобином и вы, и вот это там, которая пишет направление ВПН или как она, или какая-то там, в общем, короче, направляет. Она тоже видела, какой гемоглобин у него. Она мне вообще там сказала. Не наша доктор, вот та, которая выписывает. Ой, да, я говорю, анализы-то все здесь выписаны, говорю. Она говорит, ой, да какие там анализы? Им только на СПИД там анализ, да вот на эти такие, на венерические. Я такая думаю, странно, я на операцию проходила. Там все анализы были прописаны, расписаны. Ну, думаю, пришла когда к нашей, этой доктору, говорю, анализы, да вы, говорю, впишите. Она говорит, да тут все вписано, все распечатала, она все сделала, короче. В общем, почему они с таким гемоглобином его низким послали на операцию? Что, они не знают норму от 120 до 140? Ну все, будем теперь поднимать гемоглобин. Буду сейчас железо, наверное, попрошу, конечно, побыстрее уколы, наверное, попрошу. Не эти, не таблетки, а уколы, чтобы быстрее поднять это железо. И я говорю, я, конечно, увидел, что я так вся расстроилась. И это терапевт, он так, вы не расстраивайтесь, мол, типа это... Что не делается, все к лучшему, может быть, это. Я говорю, ну, вот. Я говорю, так все потом анализы снова надо проходить, все эти круги, я говорю, он вот не ходит, все, он еле бродит, я все бегала, да, вот. Что все по-новой. Он говорит, ничего не надо, доктор-то, проходить по-новой. С этими анализами у вас, ну, только кровь вот на гемоглобин сдадите, и все. И с этими анализами у вас возьмем. Так что вот, Сахир был пьян, фокус не удался. Хрен. А не операция палочу. Вот завтра пойду. Я думала, что я пойду без талона. Потому что завтра мне надо идти, я свою иду сдавать кровь. После тоже там, ну, я по своим тоже пирогам сдаю раз в 3 месяца кровь. Вот. И думаю, я зайду к ней без талона. Наглой морды зайду и все. Вот. А зашла сегодня, там талоны выкидывают 2 раза на услугах. На госуслугах утром не было, а потом в 2 часа, смотрю, есть дней талон, и на завтра есть талон. Я записалась, я пойду с талоном полноправно. Ну, записала, конечно, не себя записала, ему пойду-то я. Он не будет там подниматься к ней. На втором этаже она. К
Короче, вот такие дела наши скорбные. Завтра сколько тут пролечится? За неделю поднимите, через неделю приходите. Главное, еще звонит заведующий, он еще позвонил. Еще заведующий. Ну, вот гемоглобин 109, типа. Палыч говорит, так у меня 113 тут. Я, говорит, верю своим показателям, то, что нас в больнице взяли. А я слышу там в телефон, она говорит, ну пусть домой, говорит, идет. Домой, говорит, идет, что? Вот. Ну, надо его все равно, говорит, записать куда-то, что-то вы возьмите на контроль, типа, это наш человек. Это наш человек, я не поняла, какой наш человек. То жрите, ну, позже он сказал уже, жрите-то. Вот. Короче, это, несколько раз он повторил, это наш человек. Это наш человек. Ну, не знаю, в общем, такой доктор, конечно, дяденька, устал, что ли, он уже. Где на пенсию, дяденька? Ты устал, лет ему за 70 так. Вот, такие вот делишки, девчонки и мальчишки, а также их родители. Так, все, сейчас я буду выключать. Лучок у меня подголотился там, рыбочка пропарилась. Вот. И будем ужинать. Я, конечно, прифуела, скажем так, от таких высказываний доктора. Что жрите. Вот. А я еще до этого-то говорю ему. Так у него всегда, говорю, такой гемоглобин. У него больше 110 не бывало. Такой он малокровный какой-то. И вот у меня гемоглобин 140 с лишним. 146. Он говорит, давайте мы, говорит, вас вместо него возьмем. Я хотела сказать, скоро возьмете. С тазобедренным суставом тоже меня возьмете. Ну, это я пошутил. Пошутил. Кому-то шутки, а кому полхера в желудке, доктор Ватсон. В общем, так вот. Эпопея наша еще не закончилась. Будем сейчас лечиться. И корова, и волчица. И жучок, и паучок, и медведица. Ну, надеюсь, что я тоже, конечно, думала, сделают. Мучиться не будет уже и... Думаю. Ну, Палыч, походи еще, значит, так. Вот такая рыбочка получилась. С пюрешечкой, с лучком. Очень вкусненько. Открывай, диспетчер, в небо коридор. Стартанет прямой наводкой тук Архангел Огородком через турбулентовый простор.